Так, на прошлой неделе с заявлением в дежурную часть полиции обратился житель Красавина. Ему поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником компании сотовой связи. Тот сообщил, что срок действия сим-карты заканчивается и необходимо продлить договор. Далее попросил сообщить коды из входящих смс-сообщений, которые подтвердили смену логина и пароля к порталу госуслуги. В результате мошенник получил доступ к личному кабинету своей жертвы. Позже потерпевший увидел, что злоумышленники сделали запрос на справку 2 НДФЛ. Сотрудники полиции предупреждают, не передавайте третьим лицам конфиденциальную информацию о логине, пароле и смс-кодах для доступа к порталу госуслуги. Представители портала госуслуги сами никогда не звонят гражданам. Все возможные проблемы с личным кабинетом необходимо решать только в ближайшем отделении МФЦ. Понятий окончания срока действия сим-карты или окончания действия договора по предоставлению услуг связи не существует. Все это стандартные уловки телефонных аферистов.